23 года со дня основания Ирбиса, который раньше назывался «Школа бизнеса», потом «Высшая школа бизнеса», потом назывался, потом получил статус института. И, значит, с тех пор вот как институт функционирует с новым названием «Ирбис». Это одно из первых образовательных учреждений, которое после перехода к капитализму, так скажем, к рыночной экономике, стало готовить кадры для того, чтобы занять соответствующие позиции на рынке. И первоначально высшая школа бизнеса была предназначена для работы с людьми, которые уже работают в бизнесе, но хотят узнать его тонкости. Ну а впоследствии, значит, мы стали готовить и студентов по различным специальностям, начиная со специальности менеджмента организации и ряда других. И с тех пор Ирбис в настоящее время занял соответствующую нишу на рынке подготовки кадров для бизнеса в Саратове, да я думаю, даже шире, чем в Саратове. Значит, в этот день я хотел бы пожелать в первую очередь преподавательскому составу как можно чаще и больше следить за теми новшествами, которые на рынке образовательных услуг появляются и у нас в стране, и за рубежом, для того, чтобы передать эти навыки молодому поколению, нашим студентам, которые учатся в нашем институте. Я желаю студентам больших творческих успехов, успеха, но и получать только, соответственно, отличные оценки. Поздравляю всех. Хватит.